Многокилометровая пробка сегодня образовалась на одной из федеральных дорог в Алтайском крае. Затор на трассе Барнаул-Бийск произошел из-за ДТП в Троицком районе. Прям резко остановились на перекрестке Клюквенное и Гордеево. С Бийска машины едут, а мы вот только-только тронулись. После аварии легковой автомобиль стоял прямо поперек дороги. Из-за этого движение превратилось в однополосное с объездом по обочине. За местом ДТП выстроилась целая очередь из грузовых машин, которые рисковали перевернуться. Но движение осложняло не только авария, но и наледь на трассе. Чтобы устранить затор, пригнали дорожную технику. Между тем, водителям и впредь советуют передвигаться по трассе очень внимательно.